Всем доброго дня. Сегодня рассмотрим культиватор Kubota K7, 7-сильный, с одноцилиндровым дизельным двигателем водяного охлаждения. В отличном состоянии. Шины в превосходном состоянии. Без порезов, трещин. Весь протектор цел. Вот. С фрезой. Ширина фрезы 65 сантиметров. Ножи в отличном состоянии, имеет еще большущий ресурс. Двигатель с ручным стартом. Вот рукоятки. Культиватор обслужен, проверен, подготовлен. Требующие замены жидкости заменены. Вот, расскажу немного о рычагах. Здесь у нас располагается рычаг коробки передач. Вот. 6 передач вперед, 2 назад. Это рычаг передач фрезы. Рычаг включения фрезы. Вот, и рычаг хода. Здесь у нас получается стояночное положение. Колеса заблокированы. Транспортное положение для того, чтобы перекатывать на нейтрале. Вот. И положение хода. Тумблер включения фары. Здесь располагается регулятор подъема фрезы на опорном колесе. Фреза съемная. Здесь на раме расположена опорная нога. Она устанавливается в центр рамы под культиватором для замены колес. Вот. Внешние технические состояния отличные культиватора. Сейчас мы его запустим, проверим фрезу, ну и немного прокатимся. Подножка нам мешает. Дифференциал работает отлично. Превосходная модель в отличном состоянии.